Умный против тупого. 4. Ребята, я очень недоволен Ютубом, поэтому, если вы не смотрели прошлый ролик, обязательно переходите по первой ссылке в описании и смотрите, естественно, после просмотра этого ролика. А я вам желаю приятного просмотра. Умный. Фух. Надо бы энергетик выпить. Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, а не больше одной баночки в день. Ну ладно, значит, одну и все. И завтра тоже не буду пить на всякий случай. Тупой. Так. Так, 17, да, не больше одной баночки в день. Пфф, брехня, да что мне будет-то? 2, 3, 4, я думаю, столько хватит. Умный. В связи с коронавирусом в мире объявлен карантин. Понял, значит, быстро за продуктами и домой. Ну, очень интересно. Тупой. Какой-то коронавирус не сможет отменить мои планы погулять. Молодой человек, лейтенант Андреевичев, вы вышли из дома во время карантина. Пройдемте с нами. Да я не видел просто. Блин, надеюсь, не заметит. О, сова! Умный против тупого. Ты что делаешь? Пытаюсь разузнать, как же нам получить 4000 подписчиков в Инстаграме. Подожди, подожди, у меня возникла идея. Ты смог придумать идею? Ребята, 4000 подписчиков в Инстаграме и выходит пятая часть. Заключительная пятая часть, не больше. Но если вы, конечно, наберете 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, то можем и 10 снять. А еще обязательно ставь лайк, если ты умный. Я тоже умный. Ставь лайк. Умный против тупого. Тупой. Умный. Блин. Умный. Тупой. Так, вроде это машинка, которая стирает носки. Так. А как она включается? Ой. Алло, здравствуйте, дядя... Дядя... Дядя Валера. Привет, чё хотел? У меня тут, короче, дома белая коробка стоит, я хотел носки постирать. Как ее включить? А, ты имеешь в виду стиральную машину? Да, да, именно ее. Ну смотри, там нужно на кнопку нажать, и она начнет крутиться. Должна крутиться. Что-то не крутится, что ли? Чё за кнопка? А как ее крутить? Эй, ладно. Пофигу. Вот я дурак! Посуду руками мыл! Вот же специальный аппарат для мойки посуды! Умный. Вычисляем траекторию, вычисляем угол падения и выстрел! Да! Я сделал это! Я самый умный человек на планете. Или геймер. Как правильно? Пойду почитаю. Тупой. Ты что делаешь?
Играю. Так тебя же уже давно убили. А, да? А я-то думаю, чё по клавиатуре неправильно? Я вправо, а он налево идет. Прикинь? Да вот, смотри. Так это вообще не игра, это обычное видео. Реально? А я-то думал, я настоящую игру играю. Умный. Ай. Ладно, сдам химчистку. Тупой. Ага, да, и что ты ему сказал? Косинус альфа? Не, я таких заклинаний в доте не знаю. Я перезвоню? Теперь же пятно останется. Ладно, воспользуюсь лайфхаками из ТикТока. Должно быстро помочь. Теперь подождать 5 минут и все. Моя майка! Умный. Да я электрик. Тупой. Умный. Блин. Можешь все полы помыть. Ну, наверное, раз взялся, нужно бы все помыть. Тупой. Блин. Пофиг. Умный. Что, опять батарейки сели, что ли? Ну, у меня где-то были новые вроде. Где же были? А, вот же они. Всем привет, это научно-техническая передача «Тупой». Что за фигня? Так, что тут могло сломаться? А, ну я думаю, этот провод просто мешает работе. Да что за фигня? Умный. Ну, вроде весь мусор собрал. Как бы его теперь выкинуть? Ну, ладно, ничего страшного. Тупой. Блин, так лень выкидывать мусор. Ладно, выкину пока на балкон. И зачем вы выкинули мусор с окна? Да я случайно. С 10-го этажа? Ну, промахнулся, мальца, с кем не бывает. Попал в окно. Штраф. Умный. Тупой. Умный. Здравствуйте, доставка. Сейчас, секунду. Ага. Спасибо. Тупой. Спасибо. Thank you.
Но я же говорил, нужно обрабатывать курьерскую еду. Ха, чё у него? Коронавирус. Понятно. Умный против тупого. Четвертое. Умный против тупого. Ребята, всем привет. Давно я с вами так не приветствовался. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. А также в этом ролике принимал участие Валерка. Ссылка на его канал есть в описании, в котором снялся я. Прямо сейчас приходи, смотри. А также смотри предыдущий ролик, потому что ты его не смотрел. И как там? Тун-ту-ру-дун-тун. Ну, этот звонок. Тун-ту-ру-дун. Ну, давайте, включайте уже.